В Михайловском историческом музее 13 июня детей подготовительной группы детского сада «Василек» познакомились с коллекцией заслуженного работника культуры Российской Федерации Николая Плетнева. Передвижная выставка «Тысячи пятачков» представляет скульптуры, мягкие игрушки, изделия текстиля и мелкой пластики в образе свиней различных вариаций. Однажды мальчик Николай, кстати, вас кого-нибудь зовут Николай? Нет. Нет. Мальчик Николай собирал игрушки тоже. И очень полюбились ему маленькие поросятки. Он родился еще, ведь вы знаете, что у нас есть год поросенка, год петуха, да? И он родился в год поросенка. А сейчас его зовут Николай Викторович Плетнев. И ему друзья продолжают дарить поросят. И он собрал огромную коллекцию поросят. Посмотрите, здесь представлена лишь маленькая только ее часть. А у него дома более 4000 поросят. Вот сегодня мы открываем с вами выставку. Более 100 экспонатов, которые показаны здесь, не порог коллекции Николая Викторовича. В домашнем музее директора Рязанского дворца молодежи около 4000 подобных вещей. Владислав Окороков, Александр Каратаев и Евгений Бастраков. Специально для Михайлов ТВ.